Canon 50D. Замена дисплея. Чаще всего дисплей перестает корректно функционировать из-за механических повреждений или воздействия влаги. Снимаем резинку видоискателя. С помощью металлической лопатки отклеиваем резиновую накладку корпуса, можно не полностью. Откручиваем потайной винт. Резинку можно приклеить на место. Откручиваем два винта в нижней части корпуса. Два винта сверху и винт регулировки фокуса. Далее приподнимаем заднюю панель, отключаем два шлейфа и снимаем заднюю панель. Выкручиваем винты, фиксирующие дисплей. Отклеиваем пленку и отсоединяем коннектор шлейфа дисплея. Пинцетом поднимаем металлическую рамку и с помощью металлической лопатки отсоединяем дисплей. Новый дисплей вставляем в металлическую рамку. Укладываем рамку с дисплеем на переднюю панель. Закручиваем винты, фиксирующие рамку с дисплеем. Защелкиваем шлейфы дисплея и прикладываем заднюю панель к аппарату. Фиксируем заднюю панель винтами. Все, дисплей заменен.